Летчикам Андрею Нечипорчику и Никите Куканенко посмертно присвоено звание Герой Белоруссии. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко. Погибшие летчики удостоены этого высокого звания за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. В данной ситуации, конечно, поставить на карту свою жизнь ради других вызывает только положительные эмоции. Я думаю, что данный геройский поступок, на одном таком поступке можно воспитать целое поколение. Когда, осознавая последствия, люди жертвовали своей жизнью ради других. Напомним, трагедия произошла 19 мая под Барановичами во время учебно-тренировочного полета. Самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130 потерпел крушение. Погиб экипаж, командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабазы майор Андрей Нечипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи лейтенант Никита Куканенко. От момента возникновения аварийной ситуации до падения самолета прошло чуть более минуты. И в этих условиях на высоте около 50 метров экипажу удалось стабилизировать направление полета и направить Як-130 в единственную точку, которая была вне жилых построек. Андрей Нечипорчик и Никита Куканенко до последнего боролись в катастрофической ситуации с практически неуправляемым воздушным судном. Приняли, на мой взгляд, единственное грамотное решение, тем самым проявив героизм, мужество, направив самолет на единственное безопасное место, тем самым не принеся какого-либо вреда и ущерба нашим мирным жителям.